Друзі, Сергій Демченко вже в нашій ранковій студії. Сергій, доброго вам ранку. Доброго ранку. Ми вас вітаємо з виходом вашої книги. Скажіть, будь ласка, чи це перша книга, яку видали? Я би не став називати її прям книга. Скоріше всього, це такий збірник сатирічних, іронічних четверостишей в формі КТН. Всем знакомая форма, все знают Игоря Мироновича Губермана. И, в принципе, вот, собственно говоря, это где-то в таком же стиле и в таком же, такой же форме, и я надеюсь, где-то в таком же смысловом исполнении было сделано. Поэтому мы не говорим о книге, мы говорим о сборнике. Сбирка, да. По сути, презентация была, мы назвали это презентацией пародии, поскольку... Значит, основная цель это было собрать людей, которым близко, значит, вот такого рода жанра, и пообщаться, поделиться впечатлениями, даже устроить небольшой такой стихотворный баттл, что, собственно говоря, и произошло. Да. Вот. То, что я наблюдаю сейчас на аккаунте Фейсбука, до сих пор люди рефлексируют на то, что происходило на выходных, и догоняют своими четверостишами вдогонку, да, опубликовывая их в социальных сетях. Книжка первая, ну, если мы говорим о условной литературной форме, да, это первая книжка. Возможно, дальше последует продолжение этих серий, потому что эти четверостишия, они, знаете, настигают меня внезапно, в любое время суток, да, и, конечно, они как бы увеличиваются в количестве, и, может быть, через время будет, там, условная книжка «Сержики на всякий случай 2», «Сержики на всякий случай 3», потом, возможно, «Сержики возвращаются», не знаю. Не знаю, що поки, як це буде відбуватися. Ага, тому тут, в принципі, можливо, доречно було б перекласти українською не так, як ми говорили, «Сержики на будь-який випадок», а, можливо, тут логічніше було б «Сержики про всяк випадок». Да, да. Можливо, да. Тут отак ще можна, да, трошки перевернути. Абсолютно, ваша книга на старіння, і, по суті, її і не потрібно читати як книгу. Ага. Знаєте, була така ігра, може, і ви іграли, да, коли відкриваєш в якийсь момент під настроєння якусь книгу, да, на якусь страничку, и читаешь какое-то, да, предложение, и дальше это предложение, значит, на себя натягиваешь, как бы понимая, так или нет. Так вот и эта книга. Да? Можно открыть в любой момент, на любой страничке, выбрать КТН и понять, попадает ли он в твой эмоциональный, в твое эмоциональное состояние и соответствует ли твоему настроению в этот день. Поэтому мы говорим о книге настроения. Скажи, пожалуйста, «Сержики» то есть литературную назву и словом, чи «Сержики» то яке что-то такое? Да, это апелляция, опять же, к Гарри, известным. Гарики, Сержики, то есть там, значит, у Губермана это выходило от его имени, я как бы пошел таким же образом, да, собственно, меня зовут Сергей, и отсюда логично было и назвать книгу «Сержики». Ви сказали, що раптово вони вас настигають, так? Коли саме це коли саме це все розпочалося? Ви почали Я не буду лукавити, це дуже давно почалося, але як-то определилось в желании все-таки фіксувати в 2016 році. Причому навіть не мною, а моїми друзями, які сказали: «Сережа, ну слушай, ну хватит уже, давай что-то записывай», да, і як-то це все где-то собираю. Вот, собственно говоря, оно и собралось. Вот. Настигает по-разному. Как правило, это в утренний час. Хотя, знаете, я не Пушкин с известным руках пирог бумаги. Да? Вот. Сейчас достаточное количество гаджетов и приспособлений, которые позволяют, собственно, вот, настигшее меня вдохновение. Да, и музыков, которые стоят за плечами, да, тут же это зафиксировать. Вот. Обычно утром, иногда вечером, под настроение, скажем. Під настрій. Сьогодні зранку у вас що дігнало, дістало, настигло, як? Меня, да, пока меня настигло просыпание, да, то есть я пока еще нахожусь в стадии просыпания, возможно, где-то через какой-то период что-то и догонит меня в виде, да, в виде стихотворной формы какой-то, возможно. Слухайте, як взагалі все відбулося на вихідних, чи задоволені ви взагалі атмосферою? Я, конечно, я очень был очень доволен тем, что, во-первых, состоялся повод для того, чтобы увидеть друзей, для того, чтобы пообщаться, и, собственно говоря, и книга сама по себе была поводом для этой встречи. Со многими мы долгое время не виделись, вот они пришли на выходных, мы очень хорошо провели время, пообщались, повторяю, даже были
эпизоды, моменты какого-то стихотворного батла. Mm-hmm. То есть это была очень теплая, душевная встреча людей, которым близка литература, возможно, да, близка филология. Мы как бы позиционировали встречу эту еще называю филологическим развратом. Развата, конечно, не было в том понимании. Но тем не менее, да, свел, конечно. Мышь, как бы, да, вот, основываемся на правильном толковании терминов. Вот. Но, тем не менее, было очень тепло, душевно, очень хорошо провели время. Я надеюсь, что те, кто пришел на выходных на презентацию, тоже получил удовольствие. По крайней мере, многие отзывались очень тепло и хорошо, и просили продолжать эти встречи как можно чаще. Я буду стараться давать повод. Возможно, через какой-то промежуток времени встречи такие еще состоятся. Скільки сержиків увійшло на даний момент у вашу першу збірку, яку ви презентували? Где-то більше сотні. Більше сотні. Скільки ще залишилося тих, які не увійшли, наприклад, або які ще залишаються половина. Десь в шухляді? Где-то до 50 ще осталось, да. Чи плануєте ви надалі трошки підпрацювати цей момент, записати ще більше і дійсно продовжувати? Ви говорили, да, там сержики, два сержики, три. Чи наскільки складно взагалі видати ось так перший раз і зробити свою першу збірку? На самом деле, это, если мы говорим об издании, конечно, это сейчас не простой путь, если мы говорим, ну, в большей степени, конечно, является финансовая составляющая, потому что издать любую книгу сегодня без поддержки спонсорской и так далее достаточно сложно. Конечно, книгу я издавал самостоятельно, поэтому на будущее я, конечно, подумаю, да, стоит ли делать инвестиции, да, отрывать какой-то кусочек от семьи, от семейного бюджета для собственного удовольствия. Вот. Но тем не менее, да, давайте говорить о том, что все-таки это хобби у меня, да, то есть это, знаете, то, что называется «а в редкие минуты досуга», вот мы занимаемся чем-то любимым, да. Поэтому, собственно, книжка будет дальше, наверное, издаваться, возможно, да, если, опять же, будет желание, если будет потребность. Я надеюсь, что после сегодняшнего эфира у многих такая потребность, по крайней мере, интерес, а что там, собственно, написано, о чем там написано. Хотя, повторюсь, все так или иначе сержики, они представлены на страничке в социальной сети. И, в принципе, любой желающий может зайти на аккаунт Фейсбука и их почитать, посмотреть и оставить свои комментарии или свою реакцию. Вот. Буду, планирую, повторяю, это не краткосрочная перспектива, где-то, может быть, в конце года, может быть, определим какой-то день. Вот мы сейчас начали беседу под рубрику «В этот день». Mm-hmm. Возможно, в этот день через год или там, значит, через два года будем отмечать рождение «Сержиков 2». Mm-hmm. Выход книжки «Сержиков», возможно. Щеречный выпуск, да? Да, знаете, как в том фильме «Галантерейщик и кардинал», да, вот Сержик и там, скажем, сегодня Мирон Богданович родился, вот Сержик и Мирон Богданович. Сержик и Мирон. 1 февраля, да. Слухайте, ну я думаю, що ви стовідсотково не жалієте, а радієте, що все ж таки потримали у руках свою книгу, свою таку дитинку і народили цей творчий. Ну, скажем чесно, это не первое издание, которое, собственно, я держу в руках, да, потому что до этого были немножко другие издания, более профессиональные и более, скажем так, для специфической аудитории. Поэтому не первый раз я держу печатные, значит, творения в руках. В таком формате, да, в свободном литературном, конечно, в первый раз. И очень приятно, вот вчера кто-то комментировал, говорил, что, ну, у тебя теперь решена проблема похода на дни рождения и на юбилеи куда-то, да, ты вполне можешь брать эту книжку, оформлять что-то в виде персонального сержика и вот по бюджетному варианту, приходить к людям, да, приходить к людям и их поздравлять. Наверное, да, будут брать во внимание и, возможно, так и буду делать. Скажите, пожалуйста, пане Сергею, є критика ваших робіт, і як, яка була реакція у людей, які не у ваших знайомих, да, які вас чули вже заздалегідь, які, в принципі, сказали вам: Сергію, давай щось записувати, тому що вже просто запам'ятовувати нема куди. А ті люди, які вперше, можливо, побачили і почули ці роботи, чи були якісь конструктивні там критика, реакція, що говорили? Ну, без сумнення, опять же, повторюсь, я без абсолютних претензій і каких-то амбіцій з точки зрення літературних каких-то вершин. Это, повторяю, это стёб, это ірония.
ирония, это стилизация под что-то, что-то удачное, что-то неудачное, где-то поставлена запятая в нужном месте, где-то нет, где-то рифма попала, да, где-то рифма попала, где-то не очень. Опять же, это, скажем так, формат хоум-видео, да, хоум-литературы, не претендующий на какие-то литературные премии или литературные вершины, поэтому, конечно, критика была, и я любую критику принимаю, собственно, даже иногда и правлю, если есть пожелание, там, Сережа, у тебя там рифма не совпала, вот лучше было бы так. Конечно, я принимаю во внимание и иногда даже исправляю. Поэтому с точки зрения профессионального сообщества литературного, пока какой-то, значит, какого-то внимания особо не было, да я, собственно говоря, и особо и не жду, потому что, повторяю, я не оцениваю это как серьезную литературу. А наразі чи можна трохи почути, трохи рядків, чи це складно по пам'яті? По пам'яті? Ну, от такий, да. Я за словом лізь в карман не буду, відповідаю на обіди і вранье. Я достану молча куклу Вуду і іголочкою потикаю її. От, що-то от в такому духі, в такому виді. Да, це пожелання, да, пожелання для наших телезрителей. Да? З гумором. Я так розумію, що все з гумором, так? Сумних да, немає. Фактично, да. Более того, є разные блоки в этой книжке. Один блок был посвящен рефлексии на те события, происходящие в стране, условно 16-17 год. То есть знаковые, абсолютно знаковые вещи, о которых дальше болит интернет или появляются мемы, они так или иначе находили и находят воплощение в таких вот небольших сержек. Да? Есть тема, посвященная балету, поскольку жена у меня хореограф, занимается классическим танцем, поэтому я не мог не посвятить разделчик. Не торкнутися. Да, конечно, да, потому что я практически со времени знакомства с ней нахожусь в пуантах и в пачке, вот даже и сегодня присутствую здесь. Под пиджаком у меня спрятана пачка, а на ногах одеты пуанты. Просто зрители этого не видят, а так на самом деле оно и есть. Да, поэтому есть блок персональных таких сержиков, да, для друзей, и есть блок такой, знаете, вот абсолютной рефлексии моей на то, что происходит со мной в этой жизни. Де можна знайти вашу книгу? Вы знаете, значит, ну, во-первых, уже нигде. Ага, то есть потому что тираж был небольшой, и, по сути, книга разошлась буквально вот на презентации для друзей и тех, кто там был, да. Опять же, повторяю, тираж был небольшой, потому что, ну, собственно говоря, никто не ставил цели эту книгу выпускать большую, нет. Вот, скорее, это такая пилотная версия, попытка, если будет интерес у большей аудитории, конечно, я буду стараться печатать и, возможно, как бы увеличивать количество экземпляров. Проте вы сказали, что в соцмережах можно абсолютно, почитать. То есть она открыта и, в принципе, можно найти, почитать, и я думаю, в данной ситуации это немножко вот скрасит для желающих момент не получения реального экземпляра. А насправді в якійсь мірі іноді дуже приємно потримати в руках саме друкований варіант, але тим паче, якщо його наразі вже немає, то інформація для тих, хто ми точно зацікавилися, ми будемо шукати вас у Фейсбуці точно, і інформація для тих, хто хоче і хто зацікавився, і насправді варто уваги. Ось ці ось твори ми почули сьогодні один із варіантів, ну насправді дуже колко, дуже гостро, дуже класно. Отже, і ще раз, друзі, у нас у гостях сьогодні був Сергій Демченко, який цими вихідними представив свою невеличку збірку, називаємо це пілотний проєкт. У будь-якому разі ми вам побажаємо далі творчого натхнення і чекаємо з великим задоволенням зустрічі з вами вже з другою збіркою. Дякуємо вам. Сергій Демченко та сержики, про всяк випадок або на будь-який випадок шукайте в соціальних мережах. Дякуємо вам, пане Сергію, ще раз.